Доброе время суток. С вами Виктор Дурин. 19 мая 2015 года. Как видим, уже 20 минут обеда. А кушать совсем не хочется, поскольку не за компьютером сидишь, а на даче. И здесь вот все проблемы, связанные с частым питанием и неумеренным, уходят прочь. Как видим, аппетит здесь на даче только у наших червячишек. Вот видим, как они здесь харчат картон. Не мешают им ни многоножки, ни прочая живность. Они здесь работают по переработке картона. Ну и, соответственно, вот как обычно я привез отходы с магазина, просроченный лук. И пометуя не о высокой цене, а высокой биологической ценности фитоспорина, вот здесь же я его и помыл. Тут у меня водица, шланг, все, как говорится, на готове. Вот таким образом я довольно часто здесь поливаю, мою руки, инструмент. Ну и сейчас завез, как видим, опилки сюда. Теперь смешаю их, две части опилок, одна часть, может быть, даже три части опилок и одна часть вермикомпоста. И вот таким образом, наделав отверстий ломом, вот этим, в четырех слоях картона, сюда буду закладывать вот эту почвенную смесь. И после этого уже можно будет высаживать тыквы, кабачки, патиссоны. Ну, сразу скажу, что тыквы мы сажаем вот с этой стороны, с западной, с северной и с восточной. А посередине мы сажаем кабачки и патиссоны, оставляя проходы для отходов. Два прохода здесь будет, вот где вот эти покрышки лежат. И там будет еще один проход. Ну и, соответственно, плети их будут свешиваться отсюда, с вермисептика, до самой земли и ползти аж туда, до машины. Весь этот участок будет закрыт плетями тыков. Но как-то я сажал здесь и дыни, но дыни стали иметь немножко вкус тыков, а тыквы иметь вкус дынь. Для тыкв это хорошо, для тыкв хорошо, а для дынь не очень. Поэтому теперь мы сажаем здесь отдельно только тыквы, а дыни посадим на шестом вермисептике, который я вам показывал, с краями железными, с козырьками защитными, которые, кстати, были на этом септике. Вот они здесь лежат, защитные козырьки, были прикручены шурупами. Но поскольку теперь вот эта северная стенка у нас разобрана, и мы здесь выбираем вермикомпост, видим, уже одну треть почти выбрали. И теперь вот здесь у нас будет каменная кирпичная стена, бетонный пол. Немножко другая конструкция будет. Ну а пока так как есть. И вам таких же успехов в переработке отходов и выращивании фруктов, вернее овощей, таких как тыквенные, кабачковые, патиссоновые. Вот на этих таких больших вермисептиках, которым не страшен и даже 30-градусный мороз. Здоровья вам и благополучия!